демисезонные гражданские ботинки Mad Bull Husky, Mad Bull Bulldog. Обе модели сделаны из натуральной кожи. Здесь прям full grain кожа. Она не расщепленная, толстая, порядка 2 мм. То, что эта кожа можно прям увидеть и пощупать. Тут прям все по-честному, все наружу. Есть небольшое усиление мыска на обоих моделях, чтобы форма не деформировалась. И чтобы можно было там случайно споткнуться и не ушибить себе палец. Также немного сделано усиление в пятке, чтобы опять же держала она форму и не сминалась. Но это не мотоциклетные ботинки, это обычная гражданская обувь, демисезонная. Модель Бульдог не утеплена, модель Хаски снабжена утеплителем, тинсулейтом. То есть у них температурный диапазон у этой обуви будет где-то примерно до минус 5 при обычном гражданском применении, до минус 10, если вы ездите на машине. Это градусов на 5 больше в обоих случаях, то есть где-то до минус 5 при езде на машине и до нуля, если вы просто ходите в них по городу. Есть защита от влаги, язычок здесь прошит вот примерно до сюда, там есть клапаны по бокам, чтобы при вот таком погружении в воду они не протекали через шнуровку, через язычок. Но при этом все вот эти швы не проклеены, и для того, чтобы зимой ходить с сухими ногами, хорошо бы после мытья эти ботинки обрабатывать СМС-спреем от протекания. Это стильные ботинки на белой манной каше, подошва плоская. Здесь выражен каблук, немножечко сильнее и злее сделан протектор. И здесь материал очень похож на натуральный каучук. Манная каша, каучук. Ботинки застегиваются на шнурки, молнии сбоку нет. То есть каждый раз при надевании вам нужно будет затягивать шнурки и их завязывать. Либо их завязать прям свободно-свободно, чтобы можно было внутрь войти с применением ложечки. Из технических особенностей собран верх и подошва здесь на крепком клею и плюс прошита по периметру. То есть вот видно здесь шов прям периметральный, который крепит верх к низу. И здесь то же самое, все это прошито крепкими негниющими нитками, чтобы ботинки не развалились даже при очень серьезной эксплуатации.